Надо пробежаться. Сбегал здесь на озеро. У нас есть здесь озеро, карьер. И понял, что к 9:30 я не добегаю обратно. Поэтому я уже это самое, чтобы не было у меня тут, как у бульдога, думаю, надо успокоиться и пешочком пройтись, включил музыку, и я очень рад, что ты потанцевала, потому что если бы я видел, что ты танцуешь, я бы присоединился пораньше. Друзья, запись у нас уже с вами идет, а у нас с вами сегодня воскресенье, у нас каждый день необыкновенный, но воскресенье у нас праздник, друзья, праздник, потому что всегда у нас остается с вами в воскресенье хорошее настроение, потому что зажигает Лариса Иванова, именно она делает наше воскресенье незабываемым для того, чтобы мы своими улыбками делились с нашими близкими, друзьями, чтобы они на нас смотрели и говорили: «Боже мой, какой ты счастливый, какая ты счастливая, я хочу так же!» А мы им говорим: у нас есть место, где мы говорим жизни «да». Лариса, твой микрофон, погнали! Да! Доброе утро, друзья! Приветствую вас этим шикарным воскресным днем! Пусть этот день будет наполнен счастьем, радостью, гормонами, вот такими радостями, которыми вы будете делиться с окружающими просто вот с избытком, от избытка, да? И, дорогие друзья, мы начинаем нашу йогу смеха. И что у нас сегодня будет, даже не знаю, вот сейчас у нас трансформация такая пойдет, да. Но вначале, если есть кто-то, кто первый раз, то я хочу сказать, что йога смеха – это здоровье, йога смеха – это счастье, и йога смеха служит миру во всем мире. Почему здоровье? Да потому что улыбка, да, радуга Божия – это уже вот такой вот сверхвитамин, который дан нам от самой природы, самый лучший. И у нас иммунная система сразу становится такая вот, классно, крепко, как броня. У нас идет циркуляция во время наших упражнений, потому что это идентично работе в спортзале, зале, на тренажерах. Поэтому у нас качается пресс, у нас уходят лишние калории, у нас обозначается больше талия, да, у нас молодеет лицо. Это профилактика очень-очень многих болезней. А если кто-то уже переболел там ковидом или чем-то еще, то вы быстрее-быстрее восстановитесь, потому что это еще и такая вот реабилитация. Да, счастье, потому что когда мы смеемся, у нас всегда гормоны радости. Поэтому начинаем, зажигаем, и пусть весь мир с нами смеется. И давайте возьмем этот вдох всего, что мы сказали. Здоровья, счастья и мира во всем мире. Вдох, вдохнули. Побултыхали это вокруг себе, чтобы каждая клеточка запомнила, пропиталась, да. А усталость все. И помахали ручкой. Еще раз и гормоны радости, счастья, здоровья, вдох. А всем болезням, всем неприятностям, всем помахали, пока-пока, летите себе. И еще раз вдох. Задержали, держим, побултыхали. Вот, пропитались. И лошадку. На выдохе. А у всех получилось, только... А если у кого-то не получилось, секрет. Вот так нажмите чуть-чуть на уголочки, и получится. Да, потому что у некоторых, друзья, настолько вот скованы вот эти вот мышцы, вот эти скулы, вот эти социальными всякими проблемами, что некоторые люди, представляете, я вообще с удивлением услышала, что, оказывается, надо учить смеяться, надо учить улыбаться. Как это? Ведь с детства это уже в нас заложено. Дети вокруг нас смеются, да? Мы сами, что же получилось, что мы вдруг такие скованы, у кого-то не открывается рот, да? И сегодня мы потренируемся. Мы потренируемся и покажите все широко, как вы открываете рот. Представьте, что вы пришли к уху, горло, носу или к зубнику и делали. Давайте еще шире. И для того, чтобы широко открылся рот, мы скажем: ты победитель, ты лидер. И говорим: да, громко. Да! Водичка, надеюсь... О, классно. Надеюсь, водичка у всех есть, да? И давайте немножечко попьем и скажем: я классный или классная. Каждый можете свое имя называть. Я победитель, я лидер, да.
Я мега уверенный человек. Да. Я супер здоровый человек. Да. Я здоровый в духе, теле, мыслях, словах. Я легендарный герой. Я могу все. Я сотворец. Да. И, ребята, когда я шла к вам навстречу, я нашла вот такой вот, не знаю, что это, похоже на волшебную лампу Аладдина. И сейчас мы ее с вами потрем. Да, о, она крутится. Да, раскручиваем, раскручиваем, раскручиваем. И мы куда-то с вами перенеслись. А знаете, куда мы с вами перенеслись? О, мы перенеслись на другую планету. И мы идем по этой планете и удивляемся. Как все необычно, как все странно. И вдруг навстречу нам, идут вот такие инопланетяне. А мы знаем, что у нас есть международный язык. И какой это язык? Язык смеха. Приготовились. И... Они так смотрят на нас и не поймут, что это за чудики, какие-то странные звуки издают и не понимают. Боже мой, неужели кто-то еще не умеет смеяться? Ребята, давайте их научим. И мы говорим, повторяйте за нами, открываем широко рот. И громко, громко, громко. И они начинают тоже смеяться. А мы говорим на букву А. Иначе нам еще громко смеемся долго-долго-долго. Добавляем звук на всю мощь. И... И наш смех начинает их заражать. Они потихоньку тоже начинают. Мы им даем микрофон, у нас с собой есть. Вначале показываем, включаем его и делаем. И даем им, и они. И все вместе мы инопланетяне громко. И... Добавляем тело в дело, приготовились. И... И прыгаем, они опять на нас смотрят. Что за чудики? А мы еще больше. Набираем воздуха, задержали, выдох, животик втягивается, плечи опущены, и вдох, выдох, и вдох, и выдох.
наверное, наших инопланетян получим на нашей культуре, да? Они ведь многого не знают. И мы берем зубную щетку, пасту, все наоборот берем в руки. Не так, как мы привыкли, а в левую, в правую наоборот. Намазываем и начинаем чистить. И продаем щеточки тоже. Мажем. И все вместе. Они чистят. И не поймут. Мы берем мочалочку и начинаем себя так хорошо растирать, да, показываем им нашу культуру, нашу гигиену, и побежали к ним и начинаем их тереть мочалочкой. И они начинают хохотать, им шикотно. И они нас начинают тоже тереть, вот такой контакт. Это так смешно. Вас когда-нибудь терли мочалкой инопланетяне? Такое возможно только на юге смеха, да? И мы друг друга натираем. И мы спрашиваем, а души у вас вообще есть тут? Они тут дергают. Да, дергают за какой-то хвост. И на нас вдруг какая-то звездная россыпь пошла. И мы такие под этими звездами купаемся. Вот это душ. И начинаем эти звездочки друг друга кидать. А у нас с собой есть фрукты, и мы хотим поделиться, делимся с ними и кидаем им яблоко. Они не знают, что делать с этим яблоком, и начинают кидать в нас назад. Кому-то полбу попало. И мы тогда откусываем это яблоко, кидаем им, и они все начинают кусать наши смеха яблоки. И говорят, а мы им показываем, а это хотите? И показываю, как надо чистить. Ой, кидаем. И нам полетят. Им понравилось. И тут выбежали маленькие инопланетянчики. И как здорово, что у нас с собой есть игрушки. И мы им дарим вот такие игрушки, кидаем. На! Мишка! На! И дети играют здорово. А у нас еще есть с собой вот такое вот чудо. Вот. И мы... Они испугались и не поймут, что мы показываем, как они лопаются, эти пузырики. И все дети, инопланетяне лопают, хлопают. Хлопают эти пыльные пузыри и радуются, смеются. И все танцуют, такой дождь у нас из мыльных пузырей. И давайте их научим наши международные считалочки и приготовить. Хо-хо, ха-ха-ха, хо-хо, ха-ха-ха, хо-хо, ха-ха-ха, да, хорошо, хорошо, да, лучший день, да, миру мир, миру мир, да. И они побежали.
отправили нас на экскурсию по планете. Мы идем, идем такие, что же здесь такого интересного? Они думают, чем же нас угостить? И берут лучик солнышка, достают, они, оказывается, им питаются, представляете? И нам лучики солнышка все дают, и мы... вкусно! И все вместе смеемся! И мы говорим, давайте вместе танцевать. И показываем движение, а они за нами повторяют. И... А у нас еще есть вот что один инопланетянин нашел. Показывает, что это еще не пробовали. Но мы хотели их пожалеть. Это мы уже себе на чай оставляли. Ну ладно, шутим. И режем этот лимончик и каждого угощаем. И они пробуют. А у нас еще есть вот что. И мы тоже разламываем и каждому даем кусочек лука попробовать. Когда понимаешь, такие вкусы попробовали, они едят. У них слезы текут. А мы им показываем веселого клоуна, который умеет танцевать. И смеемся вместе с инопланетянами. Да! И дальше мы говорим инопланетянам, поехали с нами на Землю. Давай, спускаемся. Теперь мы вас приглашаем. И мы садимся в такую тарелку, летательный аппарат. Садимся все, помещаемся вместе с инопланетянами. Я говорю, дайте порулить. Инопланетяне говорят, сейчас ты не на ту планету еще зарулишь. Нам надо на Землю. И 3, 4, и поехали! Летим со скоростью света! И приземлились. И выходим. Другую ножку. Смотрим. Ух, они, а тут деревья зеленые. Говорят инопланетяне, птицы певучие. Говорят инопланетяне, небо голубое, облака красивые. И мы начинаем вместе с ними радоваться, смеяться. И... А мы им говорим, вы нас покатали на своей тарелке, летающем аппарате, да? А мы вас покатаем на лошади. И мы каждому даем вот такую лошадку. И верхом на нее садимся, ножку перекидываем, и помчались. И
когда у них получается. А потом мы им показываем, какие у нас еще есть животные. Вот такие. И наша собака каждого этого инопланетянина вот так целует, целует. И инопланетянин себе захохочет. Вот таких чудиков еще не видели, хвостатых. Четырехлапых. Ой. Ко-ко, ха-ха-ха. Уже все знают эту считалочку. Ко-ко, ха-ха-ха. Да, хорошо, хорошо, да. Лучший день, да. Потянулись на носочки, вдох. И стоим, стоим на носочках. Выдох. Еще раз вдох и постоять на носочках. Попробуйте закрыть глазки. Держать равновесие. И вдыхаем в себя много-много счастья. А выдыхать будем сейчас запах фиалок вокруг. О, ароматы любви, да? Ну и сейчас мы все вместе и их поучим нашему русскому языку, но для этого нужно выучить вначале наши гласные буквы. И сейчас мы их попоем с вами и разработаем наш речевой аппарат. Наше горлышко разогреем. И начнем мы, конечно, со звука «А». И плечи опущены, только животик надувается. Вдох. Задержали. И поехали. А, звука нет, а мы еще продолжаем выдыхать. Они вообще так долго тянут. Ого, какие у нас способные ученики, да? И звук О, теперь вдох. О. Откашляться хочется, давайте. И вдох. Да, еще раз. Вдох. Вдох. Эти у нас в кадре. Да, хорошо. Теперь мы добавляем. И вдох. Все у нас расслаблен, речевой аппарат, да? Здесь щекотно. Кому нужно откашляться, значит, вот хорошо, процесс пошел, если голова кружится. Тоже, значит, кислород пошел, циркуляция у нас хорошо, кровь, река жизни несет кислород к органам нашим, да? Профилактика деменции, Альцгеймера, инсульта, инфаркта. Поэтому это классно, это здорово. Еще раз вдох, подкашляемся. Хорошо, молодцы. И все мы делаем на улыбке, даже звуки поем, не только когда смеемся, но когда смеемся, сам Бог велел, да, чтобы у нас не был такой хо-хо-хо демонический, да, а мы смеемся на улыбке, откашляемся на улыбке, и звуки мы пропеваем тоже на улыбке. Хорошо? А, О, У,
Теперь вдох. И давайте у. Мы иногда балуемся и поем оперным, да, голосом. Ну, давайте вдох. Так кругленько горлышко сделаем. Вот кашляем как раз. И у-у. Сейчас все певцы покажем нашим инопланетянам, как поют певцы. И приготовились. Вдох. Выдыхаем до конца. Хорошо. А теперь А, О, У, Э. Вдох. Тоже оперным. Кому откашливаться нужно, откашливайтесь. Теперь звук «ы», да? Прямо так «ы», хорошо. Все, разгладили. Знаете, йога-смех, она разглаживает морщинки. Она способствует нашему омоложению, да. И вдох на улыбочке. «Ы». А теперь звук и немножечко челюсти тоже подвигаем. Хорошо, будем и, а челюсть у нас балуется, хулиганит. Вдох. А теперь пропоем звук «я» долго. И будем вот так делать, да, триумфально, как победители, да. «Я!» Хорошо? И тоже долго. И громко так на выходе напор большой включаем. И кто победитель? Вдох. «Я!» Еще раз звук «у» давайте пропоем, скажем «ю-ху». Хорошо? И вдох. «Ю-ху». Вы знаете, когда мы балуемся, в разных регистрах поем, в разных тональностях, все, мы так хорошо прям разогреваем, тут тоже есть разные мышцы, связки, и мы наш... Вот этот речевой аппарат, мы его тоже так хорошо разогреваем, у нас горлышко округляется, и мы даже видим, что у нас и голос меняется, да? А дети смотрят и думают, что за чудики эти взрослые, да? Да, Доминик, что они вытворяют? Доминичка. И теперь звук «я» громко во имя мира во всем мире. Хорошо? Вдох. «Я». И сейчас мы с вами «я». Хорошо?
И приготовили вздох. Я... А теперь то же самое сделаем, только стаккато. Кто знает, что такое стаккато? Я. То есть отрывисто, да? Как будто иголочкой. И приготовились. Вдох. Я. А теперь три раза то же самое сделаем. Давайте. И вдох. Я. А теперь мы звук «я» поем, долго-долго тянем. А в конце еще смеемся. И вдох во имя мира во всем мире. И я! А что ж я не потянула? Эта привычка сработала. Так, вы будьте внимательны. И мы поем «я». Вдох. Я. Я. И поехали, если буфы только хотите, гаммы, арпеджи, я. Ой. Инопланетяне не ожидали, что такие чудики живут на Земле. Смехоёжики. Раздох. И да.
дорогие друзья. Полетели зажигать звезды, нас ждут великие дела. Еще столько много людей с незажженными сердцами, столько много инопланетян на разных планетах. Ну и на планете Земля еще столько сердец грустных, закованных, которые надо растопить и каждого поселить наш лучик смеха, которыми мы сегодня и пропитались, и пропили, да, и сегодня в Ростове пасмурная погода. Значит, мы должны светить как можно ярче, да! Благодарю всех, кто был сегодня с нами, кто разделил это воскресное утро, и всем вот такого волшебного дня в кругу своих родных и близких. Лариса, огромное спасибо тебе. Что там ты про инопланетяне, когда тут взрослый дядька идет, лошадку прыгает по улице, на тебя прохожие смотрят. И ты потом осознаешь, что ты делаешь не то на улице. Наверное, тоже старшинский хват. Вот, берите все лошадки. У кого нет лошадки, берите швабры. И вместе со своими детьми скачите по комнатам. Ой. Большое тебе спасибо. Друзья, сегодня воскресенье. Сегодня с нами была Лариса Иванова. Она подарила это утро для того, чтобы оно у нас светило улыбкой, радостью и счастьем. И независимо от вашего города, где вы сегодня находитесь, светло, солнце у вас или нет, как в Ростове пасмурно, ваши улыбки сегодня будут освещать не только вас, но и ваших близких, друзей и вообще весь ваш город. Светите, идите, радуйтесь, гуляйте. Лето пришло. Дарите улыбку всем, кого вы встретите на своем пути. Будет вам счастье, будет вам здоровье. И все будет у нас с вами хорошо. Спасибо всем, кто присоединились, друзья. А следующий наш эфир в 19:00. Так что наслаждаемся выходным днем. Всем пока-пока. Благодарю. Всем счастливо. Yeah.